Ребята, всем привет! Всем привет! Мы не знаем, любите ли вы базы, но мы их очень любим собирать. Вот как! Все динозавры страшные! Да, и вот такой вот пазл у нас есть. Он состоит из 100 частей. Он довольно большой. А изображены на нем, как вы видите, динозавры. Мы хотим собрать его вместе с вами. Что ж, начинаем, Давидик? Ну, давай освободим сначала нашу коробку. Сейчас мы будем наши детали делить на две части. Вот это да. Мы будем делить наши детали в две группы. В одной группе будут находиться детали с одной ровной стороной, а другие они будут уже полностью вот с такими вырезанными сторонами. Так, потому что мы будем начинать собирать пазл с краев. Так удобней. Мы соберем сначала раму. А здесь ровная. Потом будем собирать середину нашего пазла. Итак, начинаем. Собрали с тобой пазл? Да, ну как, по-моему, он довольно симпатичный такой. И белый теперь. Да, там есть и белые цветы, и голубые, и цвет вот есть это. Тут. Фиолетовый, все оттенки фиолетового. Это... Тебе нравится эта картинка? Да. С динозавриками, такая разноцветная. Вот таким он должен был быть изначально. И такой же он и есть уже в виде готового собранного пазла. Сейчас мы с вами прощаемся, друзья. Пока, друзья! Пока-пока, вы тоже и собираете пазл. Не забудьте внизу нажать колокольчик. Да, подпишитесь на наш канал, собирайте сами тоже пазлы, следите за нашими обновлениями и не забудьте поставить лайки.